Калининградский БГА. Университет. Посмотрим. Заходим вовнутрь. Что мы видим? Мы видим вот такую вот табличку. Бассейн. Интересно, интересно. Бассейн. Где же бассейн? Бассейн. Написано то же самое. Так. Бассейн. Так. О, вентилятор. От какого-то корабля. Так, продолжаем путь. Бассейн. Бассейн, продолжаем путь. Так, бассейн сюда. Так, бассейн сюда. Опять же бассейн сюда. О, и куда же мы вышли? На выход, друзья мои. А нет, тут еще одна табличка, бассейн. Это куда это, на выход что ли? Да, открываем дверь. О, бассейн. Это, конечно, интересно. Бассейн, где же ты? Бассейн. Там выход вообще. А там? А может там бассейн? Может там что есть? Металлолом. Таблички, мне кажется, будут тут дома. Таблички о том, что тут бассейн дальше куда-то? Да. Ну давай дальше пройдем, посмотрим. А может действительно есть все-таки этот бассейн пресловутый? Да нет, мы обошли его кругом. А там уже стоянка машин, я уже помню. Там бассейна нет. Там уж точно его нет. Загадочно. Как назвать даже? Не знаю. Загадочный бассейн в Калининграде в БГА.